В Якутске проходят отборочные республиканские соревнования среди трудящихся «Папа, мама, я» – спортивная семья. В отличие от предыдущих лет, в этом году состязания проводятся отдельно среди семей с мальчиками и девочками. 8 команд соревнуются в 3 спортивных дисциплинах. Это настольный теннис, легкая атлетика и туристская полоса препятствий. По итогам отборочного тура победители поедут на всероссийский этап соревнований. Начиная с 2011 года Федерация независимых профсоюзов России и Министерство спорта Российской Федерации начали проведение всероссийских спартакиад среди трудящихся. И за этот период прошло уже 3 спартакиады. И в этом году с 21 по 25 сентября в городе Чебоксары Чувашской республики состоится 4-я всероссийская спартакиада среди трудящихся. И вот во всех предыдущих 3 спартакиадах наша делегация принимала участие. И в этом году мы также формируем свою команду.